Только выйдешь на улицу погулять, обязательно кто-нибудь встретится. У меня вокруг дома живет, чего только не живет. Но вот эта вот ящерица, она вот сейчас интересна, она уже даже, по-моему, без хвоста. Может быть, кто-то ее уже гонял, и у нее хвост снова растет. Здесь вот совсем недалеко еще одна ящерица сидит. Здесь дом полон ящериц. Там какая-то другая. У меня почему-то хребет такой. Весь ершистый. Здесь под листиком вот такое чудо приземлилось. Даже не знаю, как назвать. Жук какой-то. Рядом, совсем рядом. Наш старый знакомчик. Между стеклами залезла ящерица. Сетки бегают. Какой странный сет. Все это странно. Все это странно. Почему я говорю, не поймал? Сейчас будем поймать. Вчера не поймал, уже издушилась. А здесь я вчера уже понимал. Маленький так, он все раздавил. И позавчера то же самое было. Вот. Сейчас вот его еще не дам. Ну ладно, сейчас я пойду. Попробую поймать эту ящерицу. Попробую ее поймать. Охотник.
Он дышал.